Что у нас, где у нас находится Луна? Луна у нас сегодня переходит в знак Рак. Это сегодня, вот несмотря на то, что я сказал вот по поводу раков, но сегодня и завтра картина у раков будет достаточно позитивная. Когда Луна в раке, раки себя чувствуют на высоте. Сегодня-завтра будьте внимательны к своим снам. Они могут оказаться очень даже интересными. Что касается Львов, переход Солнца в Весы благоприятно для знака Лев. Никаких сложностей у Львов не предвидится. Мало того, понедельник и вторник Львы будут особо яркими, особо динамичными, потому что Луна будет идти именно по вашему знаку. Знак Дева. То, что Солнце ушло из Девы, это для Дев хорошо. Потому что пока оно там было, оно создавало оппозиции, квадраты, и у Дев было больше, чем они бы хотели, напряжение. Вот сейчас это напряжение будет сходить на нет. Еще немножко понапрягаетесь, пока там идет Меркурий, но в целом уже лучше и значительно лучше. Далее, Весы. Ну, Весы, у вас, во-первых, там еще Венера не вышла из вашего знака, но на этой неделе будет выходить. Потом там у вас Юпитер, и туда же перешло Солнце. Поэтому вам даже ничего говорить не буду, чтобы, как говорится, не сглазить. Скорпион. Вот сегодня и завтра я могу пообещать Скорпионам совершенно прекрасные два дня. Пока Луна в Раке, Скорпионы себя чувствуют вот очень позитивно. И прежде всего какие-то приятненькие эмоции. А вот-вот, туда к вам переходит Венера в знак Скорпион. Так что, девочки, будьте готовы, девочки Скорпионы, будьте готовы к тому, что вы будете получать цветы, подарки, всякие предложения, как приличные, так и не очень приличные. Что с этим делать, вы уже сами разбираетесь. Но пока Венера будет идти в вашем знаке, пользуйтесь этим случаем. Далее, Стрелец. То, что Солнце выходит из Девы и переходит в Весы, очень и очень благоприятно для Стрельца. В итоге сейчас на вашей стороне две планеты, и Юпитер, и Солнце. Приходит время для решения разных вопросов, для постановки более высоких задач. Козерог. Козерогам бы еще вот сейчас немножечко терпения, и скоро в ваш знак войдет планета Марс, и очень многие вещи начнут решаться с большей скоростью. Тем не менее, то, что я говорил в начале про Овен, Козерог, Рак. Месяц, повышенная рассудительность, аккуратность, осторожность, особенно в принятии каких-то важных решений. Я думаю, Козероги с этим справятся проще всего, потому что в целом Козерог – это, можно сказать, эталон рассудительности. Далее, Водолей. Вот я неделю назад говорил, что переход Юпитера очень благоприятно для Водолеев. А теперь туда же перешло Солнце, и Водолеям вот этот месяц будет вдвойне благоприятен. Делайте, что хотите, занимайтесь чем угодно, почти все у вас получится. А Солнце, в ряде прочего, отвечает за наше «я», за наше внутреннее горение. То есть очень хороший месяц для того, чтобы как-то еще более ярко о себе заявить. Желаю вам в этом удачи. Кстати, именно Водолей отвечает за телевидение. Так что, если Водолеи работают в сфере телевидения, радиовещания, это для них будет благоприятно не вдвойне, а втройне даже. Далее, Рыбы. Рыб тоже можно поздравить, потому что выход Солнца из оппозиции к знаку Рыб, уже проблемы Рыб все почти завершились. Вот мы еще дождемся, когда Марс уйдет из напряженного аспекта. Мне даже на прошлой неделе рыбы звонили, что им, да, действительно, очень многим рыбам становится проще. Овен. Переход Солнца в Весы не очень обрадует знак Овен, потому что Овнов будет немножко больше напряжения. Но Овен – это не тот знак, которого можно испугать напряжением. Это как раз их стихия, они любят движение. Если вы занимаетесь спортом, я бы рекомендовал продолжать заниматься, но не перенагружать себя. Потому что будьте аккуратны с мышцами и, прежде всего, мышцы, суставы. При таком положении, в общем, не берите лишнюю нагрузку. Мягко, плавно и аккуратно. Тельцы. Ну, у Тельцов будет возможность начать нервничать где-то дня через три. Венера перейдет у нас в знак Скорпион, это будет оппозиция. Поэтому аккуратно в денежных тратах. Не забывайте в магазине там кошельки и
банковские карточки в банкомате. Бывает такое. То есть повышенная аккуратность ко всему, что касается материальных благ и денежных потоков. Близнецы. Переход Солнца в воздушный знак, в знак Весы, очень благоприятно для знака Весы. То есть напряжение, которое у них было в течение года, оно уже почти растворилось. Вот буквально мы дождемся перехода Марса, и фактически у Весов не остается никаких преград. В целом, я бы сказал, картина достаточно уравновешенная. В целом, как я говорил в начале, обратите внимание на юридические стороны вопроса. То есть, если кто-то планирует там, скажем, ну, какое-то оформление, переоформление каких-то документов, какие-то юридические бумаги, сейчас месяц очень благоприятный для этого. Всем, до новых встреч!